Все, присумонили. Сука, забрали. Надеюсь, вы прочитали этот устав, то, что вы голосовали, и потом не будет этого спора. Да, блядь, вы сбивайте этим косты, пожалуйста. Пуржите моба, ну. В череп играем потом. Надеюсь, Лоран, ты меня слышишь, что ты спекаешься. В общем, повторяю один раз, слушайте. Асви танчит луну. Трусы танчит самогон. Вар, держишь босса. Рэм, просто звони и все. Пусть будет. Ну, естественно, Альва, держишь крест и череп. Знаете, где кто держит? Или объяснять? Метку поставить? Рыбу ешьте. Хорошо, знаете. Дальше хилы слушайте. Три ходки хилишь Альву. Альва танчит крест и череп. Ой, крест и квадрат. Слышь, это самое, ребах можно? Жди, Вова. Плюсуйте, если слышишь, друид. Три ходки, не слышно меня, да? Слышно. Ну, кого я сказал, ты хилишь? Молодец. Альва. Только надо плюсовать. Приятного идти. Дальше. Рэм и Трал держат двух танков. Асвида и... Кто там? Самогон. А самодоброте хилка. Кого мне хилить? Рейд вместе с Мелиндой. И танков. Понял. Первый убивается Луна. Я двоих держу, трусы и Луну. Я тебе сказал же, трусы держишь. А, одного только, да? Да, Асвид держит Луну. Ну все, понял. Да, Сулран, мы идем 20 тел. Да, Юрчи. Кулаки раздайте, паладин, или называть. Пуще разжирайся, осталось. Все готовы, танки пошли. Хилы уже около своих стоите, молодцы. Гера. В луну играем. Готовимся моба банить. Локи забанили. Ну или так пойдет.
Еще моб выходит, готовим. Лоб. Локи, блять, у вас столько штук, и вы не можете забрать. Понятно. Полма бьем, да. Моб выходит. Молодцы, играем в мага. В мага играем. Три ходки как умер. Поднимите три ходки. У меня вихрь. Помогайте хилить танка. Сулорана и Альву. Где ты умерла? Добро, под королем три ходки ресни. Быстрей. По себе инер три ходки и хиль. Сейчас никто не бежит, самогон затаунти на себя череп. Ой, квадрат. Альва, отпусти квадрат. Стоите здесь, вам сейчас приведут босс. Квадрат на себя. Веди его, где ты танчил двоих. Веди, чтобы не откидывал. Играйте в квадрат. Альва, никогда так не вставай. Ты вне поля зрения. РМ хилься, тебя хуярят. Альва просто в контроле. Альва за таунти. Угу. Все милики играют в крест потом, кастеры играют в босс. Милики, встаньте под морду, чтобы вас не откинуло. Милики в крест, кастеры в босс. Встаньте так, чтобы вас не откинуло. Ну мы ебало, сука, отобьем. Милики, встаньте, чтобы не откидывало, а то бегают, смотрю. Да попробуй там так встань. Ну чё ж делать? И танк отлетел, понятно. Жопой в стенку стою, куда меня кидает? Не знаю, сейчас самогон стоит. Ну, стойте, танчите, я не знаю. Бейте спокойно. Ладно, кастеры, переключитесь на крест там, потому что вообще не бьет. Все кастеры на крест, переключитесь, убейте его.
какой-то деревянный, блядь. Можем пробить, блядь. А до скольки РТ? 4 часа, с 2 часов считает, до 6. То есть, если сейчас пронесем, то можем еще у льду пойти поебашить или нет? Что вчера, или какие планы? Ой, не знаю, если желание у ребят будет, то не вопрос. Там он, ребят, просто, видишь, в кару еще хотели отбежать. Да там пиздец, Дэн, вчера горожан. Короче, хилы ёбаные дебилы. Вот, откровенно говоря. Шаман не может перебежать и в луже умирает. И типа прист, который орёт, понял, что да, это элементарный инст, почему мы вайпаемся, я тут типа живу в этом горожане. Сначала не захиливает рема, понял, а рем-то потеет, то есть он на лужах не стоит, он с них выходит, то есть, ну, он их не лутает вообще. Он его просто не захилит раз. Второй раз там как-то херня. Третий раз он сам умирает в луже. На луч становится, на красный его босс шотает, понял? И все это время он говорит, блять, что за херня происходит? Вы что, не можете убить, типа, понял? Я думаю, бать, ты чего? Это знаешь, я вчера вот сходил в Каражан престом. Там чел, короче, шаман был тоже с Мордоров. И вот, ебать, как он анонтил этих големов, нахуй, я просто охуевал. Он говорит, ну, возможно, в мельков летит. Танк отводит, блядь, прямо в голема, нахуй. Я думаю, он, красота. Он, возможно. Это та же история, как с Аней. Говорит, да, блядь. Ой, нихуя себе красавчик, блядь, я не прослышался. Аня говорит, блядь, летит в мельков. Ну, окей, блядь, я пиздую к дверям себе, блядь. Подхожу к дверям, как уебал этот, сука, блядь, как его, нахуй. Голем. Аня говорит, ну, блядь, ошиблась. Ну, блядь, не вот то же самое. Ты еще, Аня, уточняй, влево или вправо бежать. Да, она говорит, блядь, что за... Не, она говорит, блядь, падает в миликов. Я такой, ну, окей, блядь, отбегаю себе в сторону, блядь, и он падает как раз в ту сторону, куда я отошел. Вот представляешь, вот на реве у нас то же самое. Вот Аня отбегает, а он бежит прям в ту сторону, куда... За что же мне? Что за жизнь? Ну ничего, блядь, сейчас... Это все хуйня, ебать. Так а что, там много кого забанили, я не могу понять. Эрпал, Дор и... Аню. Аню тоже? Mm-hmm. Аню тоже забанили. А зачем? Неудачники. А, поднимите Асвида, пожалуйста. Тоже за голд? Mm-hmm. Ну, наверное, да. Ебай у вас лут. Ууу, слушай, а жалко, что это все есть. Плечи, блядь, ебалась Катя упала. Да, Вова, нихуя ты не получишь, блядь. Да, тебе же не нужно это 4. Ты чё, охуел, блядь, ебать? Так, тише, тише. Охотник, ДК, маг, лок. У кого 3 куска? У Альвы 3 куска, но я ей сказал, если у кого-то больше, то я отдам. У кого 3 куска, нажимает мейн. Альва, забирай. 100%. Мне нужен кусок, ебать, ну. Дайте мне, пожалуйста, Альва, не слушай, нужен 4-4 ДК, давай. Вов, тебе нужно сначала голову полутать. Вова, сотку баксов мне на киви закинь. Хуя ты, блядь. У меня тут в сумке валяется такая еще херня. Вова, точно 3 куска? У Вовы 2 куска. У Вовы нет шлема. У меня 2 куска, ебать. Ну, дайте мне третий, ебать. Ну все, Вова, сори. Альва, 3 куска? Нет, я четвертый куплю эти за жетоны. А, 3, я могу все 3 линкануть. Я четвертый куплю за жетоны, ебать, ну. Что вы, не будете... Раньше в магазин ходить. Надо было раньше, Вова. Я, блядь, хожу уже полгода, сука, ебать. Но есть, у тебя будет еще возможность, может, еще упадет. Короче, Альва, ГЦ, сколько плечи стоит? Обиды ебаные. 220 и 200 ровно. О, сотка баксов, я бы договорился. 248. С магазином, ебать. Ты, Вова, лучше не обижайся, ты твой аж первый шаг к ВК-25, когда у вас есть 4. Это же Алина, нахуй, забрала плечи. Володя, я тебе не хочу давать мут, поэтому давай нормально, по-дружески, по-человечески общаться. Дробяшку рольте. А я же хуёво общаюсь. Ну шо за нахуй, Альва, ёпта, бля, ёбаный рот, нахуй, я забрала, ёбаный, бля, рот, токи. Да, блядь, Вова, блядь, такой человек, Бодя, ну сука. Ты,
Уже привык бы к нему, блядь. Трэш. Так, выиграла гильдия, поэтому вот так вот. Уже практически в гильдии. Ну все равно ЕП-шки нету, брать. Вов, залил глаз сегодня еще нет? Глазик залил чуть-чуть, че нет? Сулран ГЦ. На сухом. Слышишь, что, а с груля падает какой кусок штаны? Да. Фу, сука. Да не спеши, блядь. Зомби, а вот смотри, вот я прошлых две ульды с вами ходил, блядь. Как-то начислить за эту хуйню можно или нет? За вчера и за прошлые выходные. Можно, можно, только погоди. Тебе надо запа, если нет? Не, я на гильдию. Не, ну запа мне нахуй не нужен. На гильдию рольте. Плечи же, да, упали? Угу. Ну, ДКшнику вообще тогда плечи, по сути, не нужны. Себаст ГЦ. Почему ДКшник плечи не носит? Не-не, у него нонсет идет плеч. Что нонсет? Прости, у ДКшника грудак идет. У ГДК. А. У ГДК грудак идет нонсет. Ну, у ГДК может быть. Самогон, да, все можно начислить. Но это после уже рейда получается. Блядь, обидно, что у меня в том клане, блядь, максималка. Там с первого дня создания клана ни одного рейда не пропустил, блядь. Знаешь, что, Дэн, надо нонсетом на АДК забрать себе? Это ёбаные штаны с... этого... С утюга, блядь, в ХМе 25-ке с тремя дырками. Вот эта пушка. С ИВК 10 забери. То же самое, 245-й. Тоже три дырки? Две, по-моему. Две. Вот там три. Ладно, Рэм, возьми только звание, пока ничего не делай ему, пусть будет, я хуй знаю. Просто будет, там видно будет. Так, Сулран, спекнешься в Армса, Рога садишься на крест, Альва садишься на череп, бьем квадр... Ну, эту хуйню. Ну, вы поняли. Заебал. Бля, шо я нажал, ебалась как. Касты кикайте, пожалуйста, а не фолловые, ребят. Меня замутили? Да, тебя замутили. Я не слышу, братан, у меня мобы хуярят тут и так далее. У меня именем. И ты еще тихо, Вова, говоришь. Тихо, да? Короче, получается у нас... Самогон в ретрика, Альва отэшишь, Асвит МТшишь, Трал в ретрика, Сульвар в Армс, естественно. В дальнейшем делай себе Фурика, пригодится. Мастер аур, кто умеет сдавать? Короче... Ну, сакрал качана вместо мастера аур. Ничего страшного, ты в ретрика. Нисусу только отключи. Ладно, что происходит? Мастер аур прожимать, надеюсь, умеете, без анонса, потому что здесь хуёво все с этой хуйней. Всегда мимо. На полу держите всегда. Первый по агро должен быть Асвит, второй, естественно, получается у нас Альва. Ребафы скиньте. Люди падали. Рыбу сейчас поставлю, ребафнемся, поставлю рыбу. Стамину, лапку, давайте, ребят. Вот и я трал об этом. Да, у меня к тебе только один вопрос будет. Вот как бы просто у меня были ситуации, при которых если я начинал просто это ЛПшки бросать в босса, то танк, который должен был по большому счету мейнить, вот не мог с меня агро потом снять. Ну если что, поменяемся, ничего страшного.
сорвешь, станешь вместо меня, я вместо тебя, ничего страшного. Рыбу ставлю, кушаем. ПДК, кулак. Ой, блядь, сука. Не, это про ульду вчера. Да не, нормально прошли, в принципе. Вот Оня, блядь, заебала она уже. А, будет здесь. Паладины, кому делать нехуй, разбав эти кулаки по рейду, пожалуйста. Блядь, Владик, сука, я тебе говорю, нахуй, блядь. Лучше не начинай, сука, бесить. Бафы раскидайте, пожалуйста, быстрее. Ханту, кулак. Мы маленькие, блядь, мне очень нравились. Роги, кулак, блядь, по всему рейду. Ну давайте, ребят, рещи, пожалуйста. Все зависит от вас. Рыбу, надеюсь, все поели. Похуй, Сулран, кричи, если что, на ап. Нехуй тут сидеть, думать. Я могу тотем тыкнуть на милик. Надо этот порт поставить. Тыкните, тыкните. Шаманы три штуки. Кирогаз. Ладно, похуй. Да он имеет за место ФДК, который... Там сила, которая... Кирогаз, я тебе кинул кулак, давай. Кулак, Вова! А? Локи, слушайте, Нелони кидает на три ходки, а Кур кидает на добро дерево. Вова! Да. На Мелинду. Мелинда, блядь, где нас? Сейчас найду. Сейчас я через экспедл найду, а так не найду. Это звучит как угроза. Сейчас найду, блядь. Не, через экспресс, сука, через экспресс площадь. Да, кстати, милики, кто у нас водить умеет, сразу плюсанить, чтобы... Так-то ну. Короче, понятно. Вот вам человек, который будет водить крест. Миша, я тебя завтра накажу, Миша. Да, блядь, он даже трала написал, только не я. Миша, я тебя завтра накажу, во здравии, когда буду. Завтра накажу. Один на один. ПВП. Ой, бля, не Миша. Ждем, труба Дэна. Так, все, погнали. Будете жопу потирать. Дистанцию возьмите сам. По наполу и по КД, естественно. Альва, не стой, а то я рефреш поймаю по ебальнику. Или физо не бей тогда. Видишь, да, что происходит? То есть стоит не только это. Да это нормально, это всегда... Он всегда поворачивается в цель. Надеюсь, люди разбежались, да, смогли? Помянем. Геру сдали. На полу по КД работают. Альва, 4-4, красавчики, блядь. Я жгру красота. И штаны хоть взял, блядь, на танка, интересно, или плечи? У нас тут есть, блядь, правда. Ну, знаю, что-то мне не очень нравится, напало, блядь, 4-4, блядь. А это не надо, это проходной шмот. Блядь, я думаю, где ДПС, я, сука, макрос, набор в кару спамлю. Раб Каражана, бля. Мне чел пишет плюс маг, понял? Я не пойму, хуль ты хочешь от меня. Конечно, мы ебаны туда все.
Да нет, ты приди в седы, тебе и балла набьют. В первую очередь, я ты в себя понимаешь. Мы же еще на том КД с тобой собирались запиздиться. Я тебе говорю, не тебе говорил сейчас, я бля, другу стал. А я тебе говорю. Приготовили, сейчас притяжка будет. Миша, блядь. Тихо, Володь. Притяжечка. Разбежались, дистанцию взяли. Он резал, блядь, моего ханта за своего рогу. Сейчас будет пизды получать за своего лока. Парахил рейд. А ты такой самоуверенный, почему я? Ну потому что я вот такой. Пизды же мы не получил. Страшно, ты получишь пизды, ты будешь уж плакать. Да не, не буду. Как тебе будет стыдно, блядь, это ж пиздец. Не, не будет. Давай на штуку голд, а там посмотрим. Хорошо, давай завтра. Ты уже съест, блядь. Не, ну завтра я сегодня выпивший, я сегодня не буду. Так я тоже. Миш, 50-51 шоу? Когда там ПВП сезон новый? По идее, сегодня должен был быть. Он зашел, разочаровался, вышел. Нихуя. Скорее всего, что с четверга следующая. Это, конечно, хорошо. Вообще похуй. Ну, сегодня-завтра будет анонс по поводу новых инстол. Насчет ПВП сезона и так далее. Подобное. И четверг начнется. Я хоть БП до 95-го успел добить. Слушайте, скажите мне, это правда, что с этих коробок это 3 дисцов? Блять, откуда у вас эта информация насчет сезона, насчет новых инстов, насчет апа острова? То, что пизданул Гомель, то это могут быть его банальные догадки. Я могу тоже сейчас... Что он там? В Магиде говорят, будет Карагер, Магигер, Грульгер, вот это. Да, Кара, Груль, Маги, все. Бля, когда уже ссылка, если ШМ собирать пойду? Через 3 месяца, после. После Нового года. Кстати, а на ШМ уже можно записываться? Да, записывайтесь. Разбежались. Ну, точнее не ШМ, а то, что для кастеров там. О, я еще. После меня сразу. Да и анонс будет, ребят, когда все записываться. Пока рано это. Ну, если будет такой же шанс дропа осколков, как тут на Волоне, конечно. Типа, сосать члены ниже, я буду, блядь, еще 2 года собирать его. Прикинь, ты сначала собираешь 25 ДСов, это 6. Для начала тебе вообще нужно закрыть чумку, чтобы, блядь, кровь забрать себе. Это еще жестче, 25 ДСов следом 1000 душ. А это целка, ну штуки 4, наверное, зафармить, может, ребят, даже больше. Ребят, не стойте, пожалуйста, в лужах. 3 ходки сможешь поднять, не лони подними. А ты что, Миш, хотел за неделю, что ли, сделать? Нет, я к тому, что, типа, он и так сам по себе долгий квест, даже, ну, там, на сервах, где, типа, такой процент, который должен быть. Тут Герус, он будет порезан, еще. То есть вообще забей. За неделю можно сделать только... грани. Ну это нормально. Я тебя не вижу, где ты там это. Вот, а типа не должна выходить кузня яма зала с этим. С грулем магиком. Нет, это ссылка. Вместе ссылка они выходят в кузне. Возможно, добавят паровое, вот это. Тоже нет. Тоже мимо. А смысл ссылка выходить, если там этим левел меньше, чем десятки в обычке. Да чего избить? Но это для тех, кто хочет догнать прогресс. Приготовились притяжечки сейчас. Притяжечка, разбежали.
Капли есть, да, эти по асвину. Бабл кап. А шея будет, по идее, 245-я, да? Вообще люди писали 258-я, что будет. 258-я сразу идет, нет, это 245-я. Так это Талгород, да, тогда будет? 245? А нет, это Талгород апнет. 251-я будет. 251-я, да, Алекс, спасибо. 51-я шея. Это Кильданас. Талгород должен до 45-го апнуться. Почему? Если нет, сейчас у Талгорода шмот выше и темлевел, чем уже у апнутой шеи. Как выше? Ну так, 64-й должен быть. О, какой сейчас шмот у Толгорода? Толгорода 32-й. Ну, а Миша... Ну, как апнутая шея, окей. Сначала ролл, потом уже ЕПГП с наш выигрывает. Понятно, выиграли. Мне кажется, будет Толгород отставать. Плыву. Ну, посмотрим, это впервые же все. Ну, Триня, вот это вечное пламя, она даже сапом скоро потеряет свою актуальность, скажем так, потому что условный череп или пригагер будет давать куда больше, чем это дерьмо. ГЦ. Спасибо, давно за этой херней ходил. Дорогая только ПГП, но... Ну, это да, блин. Я думаю, только вспышку или ТГшную заменить. Это кто? Элем. Кто-кто? Элем. ЛМ, у меня сейчас вспышка и ТГ. Дэн, я не то нажал. Плави, ебать. Нет. Я думал, стоит заменить вспышку и потестить. Ну да, вот я тоже к этому плюс-минус. Блин, ТГ с другой стороны меньше дает. Меньше чего? Паладин, разбойник, шаман, у кого три куска плюсуете? Нихуя себе. Ну, у меня 5. Мне не нужно. 5 кусков это. Да. Значит, все рульте. И ПГП включен, надеюсь. Да, ребят? А 1-4, что, не апается? Ну, один, по-моему, здесь нет ни у кого. Рейтрикам не надо. Здесь их нет. А когда ты говоришь все рульте, типа даже те, кому это не подходит? Блять, это ЕПГП, братан, Миша. Включается. Робка ГЦ. Мелинда, ну что ж, надо ставить. Миша, блядь. Тут... Чё? Сейчас, подожди, я музыку сколько выключу, штаны стоят? 311? Подожди, Володь. Слышишь, ты штаны сколько стоят? 332. Чё, Вова, ещё раз я музыку выключил? Не фармил, что ли? Мелинда, это всё анонсилось уже давным-давно. Чуть-чуть размялся на арене, а чё? Два раза. Два раза нет, мы 15 стриканули, и потом еще 10 летим. Стриканули, а чё? Не, вы просто задушили, тебя вообще мало же. Мелинда, еще с того КД уже говорили, что на этой неделе будем ролить по ЕПГП, качайте. В ДС я кидал анонс, включайте ЕПГП. Когда я рейд начался, я слышал, он сказал, что есть шмот по ЕПГП, кто без него тут не будет пытаться. Ова, в той неделе, когда я договорился фармить с девчонкой арену, я пошел фармить синьку, собственно, поэтому... И сколько литров на фарме? Ебать! Летим на магик. Сейчас быстренько. 5 человек мне плюсану. 5 человек на кубы плюс. Со своим сетапом нормальным. Элем или Эршам. Да ты подлетел даже со своим сетапом. Вынесли вперед ногами Эршама. Эршам анхолик, ты бы не вышел вообще из сала просто. Там кикоста, кикоста сала. Отдыхай. Там локи вот такие как просто падали. Я понял, да. Тебя все падали, только ты падаешь первый, ебать, я так понял. Не, а? Да не вопрос, чем меня держала. Она меня держала, как не знаю кого, блядь. Мишаня, по ПВПшимся, не вопрос. Ва, я готов, брат, сюда иди. 5 меток это 5 кубов. Только ты падаешь, ебать, с 2 спеллов, ебать, господи. Практически. Почему, да? Алива, ты будешь МТшить, если что. Не, против ДК сложно. Дайте сумму, пожалуйста. Против ДК сложно, ебать, да. Не, базара нет, ебать. Блять, сука, тяжело. Ну, еще и против ГДК. Антикласс, ебать, антикласс как бы считается, но... Но по
Нет, типа, если на арене у тебя есть шанс расконтролить и убить со своим напарником, то в ПВП вряд ли. Я говорю, если по-серьезному, то тяжело. Против ДК. Я, блядь, арену ходил как бы один на один, как бы, ну. Против ДК попадался тоже шарящих. Тяжело, ебать, как бы. Но нас вынесли Вов. Бывало убивал, и меня тоже убивали, не спорю. Чтоб ты понимал, нас вынесли Сова и Афлик, потому что они пиздили РФМ-ку, а я простоял, наверное, полторы минуты в контроле. Там смерч, понял, до диминишинга, потом сука, до диминишинга, да, и потом фир. Ходил, понял, я вот апнул 1550 один на один, и все. Как бы, ну, дальше не ходил, как бы, ну, чисто из-за того, что ради интереса, понял, ну, время было, понял, чисто так, просто интересно было. Вот, и попадался тоже там 240-е плюс, как бы, ну, там 50-50, ибо, как бы, если, блядь, допустим, нахуй я его законтрил, нахуй я его убиваю. Если я проебал, все, я просто получил пизды. Все, пиздец. Тупо гарга, нахуй, плюс гарга, нахуй, она сносит пиздец. Немыслимый дэмэйдж, нахуй. Гарга бурстит жестко, но мы вышли против... Я понимаю прекрасно. Мы вышли против бревна, у него 2 каплю среза. И я его бил под 1000, нахуй. Если я его контрю, нахуй, как бы, он тоже падает тоже быстро, в принципе. Если он не успевает среагировать. Как бы. Есть моменты, как бы, понял. Ничего, Вова, сейчас сезон начнется, рега-арену, тут есть у меня инсайдики. Хорошие. Я же говорю, мне интересно самому, да, что я, блядь, тоже люблю по ПВП-шиться там походить, хуйню пострадать, понял. Там будет Стиралова, нахуй, в ГДК, и еще с одним очень интересным напарником. Я пока не умею играть, как у меня есть ДК, но он такой ПВЕшный, понял, так, учусь, понял. Как кастеры будут падать за стан. Мой класс, нахуй, это авар, нахуй, я за вара ебашу. Нормально, но просто у меня вара сейчас нет, у меня падло его создавать. Дайте сум, пожалуйста. За авара, ебать. Ну, сумоньте, ребят, давайте давно быстрее. Давно играл, очень давно, ебать. Это очень сильный, блядь, класс, очень, блядь, пиздец. Ебало сносит нормально, ебать. Клацаньте кто-то, пожалуйста. И ДК падают нахуй, блядь, против авара, нахуй, шарящего, просто пиздец. Нет, если мы сыграемся, кастеры будут падать за стан. Это однозначно. Если же некоторые нюансы, Миша, ты же не забывай, что, блядь, базару нет, решая тоже руки, ебать, и не только класс твой, понимаешь? Как бы, ну, это есть нюансы, ебать. Вот, я же тебе говорю, нюанс в том, надо сыграться. Базару нет, я согласен, ебать, согласен. Ну, надеюсь, кубисты сейчас не слакнут. Ебать, прикинь, я не могу найти вход, ебать. Где вход? Найди сначала выход. Я, сука, сейчас найду выход, ебать. Из положения. Звучит как угроза. Точно. Давайте, сумойте, ребята уже стоят, ждут. А, вот он, сука, прикинь, я тут летал возле него, долбоёб. Ебать, до сих пор отойти не могу от вчерашнего дня, блядь, сука, вечера, ночи, блядь, и как бы. Да, ночь была хорошая, я так сладко спал. Дэн, у тебя просьба, ты мне скажешь, как ты хочешь, чтобы я его тебе поставил? Потому что вариаций было минимум 3. Как тебе удобнее, чтобы, ну, кубы не задевал? Ну, кабах, ну, ой, блядь. На кубах я могу поставить, да. Да не, Вова, стоят уже метки, кто на кубах. А, ну все, не вопрос, я понял. Окей. Всех, надеюсь, присумонили. Пойдемте трэш чистить. А у рука не офните. Ой, блядь, господи, кто это говорит? В огне же стоите, похуй. Ну, похуй так похуй. Я пытаюсь найти, где баф от прока 3. От какой? От глаза. Что ж такое? Там будет фиолетовый глаз, такой глаз дракона. Ты
гребаные эксперлы, у меня они такие мелкие здесь. Миша! Я вас слушаю. Слушай, а сколько у тебя ресов по ОП? 1250 без фласки. 248 там или 247, не помню. У меня тоже 1230. Рок, встаем, бежим. Ну, это и тос, если я одеваю триню, когда хила прожимать надо. Если нет, у меня там штука и мне хватает. Мне же одномочка ПВЕшь, наверное. Ну там плюс-минус 50, а там. Вот, кстати, насчет пухи, я если еще пуху себе возьму, там пиздец реса будет. Что говоришь? Если я еще себе пуху возьму, будет замечательно. А мне честно было падло пуху, да, что там, блядь. Не, мне в ГТК хватает, если бы я играл бы... 50 реса тебе ни роли не сыграет, Миша. Сыграет. Охуеть как сыграет, я это уже тестил. Не, нет, мне больше крит сыграет, мне кажется. У меня хоть... Нет, как... Гира, в ГТК, может быть, мне эти 50 реса, типа, они, конечно, дадут что-то, но, типа, они нахер там не нужны. Да, а в анхолике пиздец, как надо. Тебе, как мили ДД, тебе, да, тебе сыграешь. Мне не очень. Где мне взять 500 к чести? Иди БГ на фарме и все. Нет, это уже лимит. Тогда нигде. Людей на пизде на острове и поменяй эти жетончики на честь. Ну, походу, это и остается. Рулетки, по-моему, кстати, это там, Хондор, он же не идет в счет. Да, он не идет, но я уже все проотстрал на рулетки. Кстати, есть смысл за РБК монетки вот эти, блядь, трынки, блядь, пробовать? Нет, 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 забей. Мне три хвоста кометы упало, блядь. Мне ж получается с этим не надо апнуть этот, блядь, да? Ты четвертый. Боль. Говорят, там по 500 жетонов будет. Там. Угу. У меня всего 375. Ну а как скоро это все будет возможным? Владик. Тогда Грули магик закроют. Хэ. Владик, можно тебе скажу, Владик, пожалуйста, удали паладина. Ты не умеешь. А ты чё, он вчера в ВВК 10к дал, у нас там, блядь... А я тебе говорю про полный пейджик. Он протёк, я тебе там, он мешал. Ого, я 10к дал, ебать. Это просто, блядь, мешок ПВП, мешок. Как, слышишь, ПВП вообще там не котируется, он на хипале бегал с пухой на РПБ, блядь, о чём ты? О, он у тебя уже агрится, понял, смотри. Владик, ты там вчера тряпку под себя подстелил и ДПСил, блядь, ВВК. Что по костам, повторяю, рыбку кушайте поставили. Один раз, говорю, Джаст, Звездочка, Себаст, Ромбик, Альва, Печенька, Разбойник, Трусы, Кирогаз, Луна. Плюсанули все пятеро. Влад, у тебя есть ПВП-шмот, Влад? Владик. Владик. Все, вижу, молодцы. Ты не выебывался. Есть ПВП-шмот у меня? По хилам. Трал, хилиш. Печеньку, ромбик. Триходки, хилиш. Звездочку, луну. Бафы раздайте. Кто готов на исходную? Стабаф, ну. Владик, давай рок на рок. Крист, бафни, пожалуйста. Дайте кулаки, пожалуйста, всем. Я вижу, кулаки раздают, просто у некоторых, наверное, не прокачаны, они не перебивают крик вара. Ой, как же он хочет это, сука. Ну пусть будет так, хорошо, я тебя услышу. Вов, ты только на респе ханта ПВЕшного за рогу резать можешь, это все, что ты можешь. А, да? Ну я понял, хорошо. Тебя, да? Да, именно меня ты резал. Пыль в глаза, окурок, Мелинда. Знаешь о чем, Миша? То, что ты за ханта не умеешь ПВП играть. Мелинда. Я знаю. Хорошо, танки пошли, разбираем свои. Так как и я за рогу не умею играть, Миша. Я не умею. Ну так... Так и я за ханта не умею.
Да за ханта бегал, фанился, просто тряпок отстреливал нахуй и все. Бомжей сдали, бомжей сдали. Крыса класс, ебать, Миша. Геро сдали. Как по-другому? Ну, насчет крыса класса с тобой не согласен. А тогда играть на нем я не умею. Паладин и станы, молодцы. Сколько матч? Сначала нужно выбрать цель. Альва танчит, МТ-шит. Трала лёбушку поднимешь. Добили быстрее их. Трала лёбушку поднимай, кубисты по своим меточкам встали плюс-минус. Хилы, естественно, тоже. Никто не бьет, пока альва не поставит. На пулы можете сдать по альве ДКшник. Хорошо, играй. Играем. За агро следим. Кирогас, можешь встать, вставай. Давай, Кира. На пол по КД вальва сдавайте. Рогас, надо вставать, надо бить. Губисты приготовились 10 секунд. Прожали, прожали, держим. Кирогас, Геру можешь под себя дать? Трусы, пожалуйста, так держите до конца. Если трусы отпустили? Я ебу трусы. Держать до конца надо. На секунд, не знаю, будет, не будет отталкивание. Приготовьтесь. После отталкивания приготовьтесь. Прожали, прожали, держим. Сошли, хорошо. Тут пет по КД, да, будет подыхать. Ну там ложе, конечно.
20 секунд. Приготовились. Прожали, держим. Сошли с платформы. Дэн, за анонсик кубы секунд за 10 я гаргу вызвал. Десять секунд, можете приготовиться. Прожали, держим. ДБМ напиздил. Сошли с платформы. Владик, у меня в Т9 не хватает меткости, сделай гнома по-братски. Так, тихо, у меня ДБМ сбился. У кого есть таймер? Нету. Хорошо. После отбрасывания приготовьтесь. Прожали, держим. Хорошо, сошли с платформы. Вообще ДБМ ничего не показывает. Он не у тебя, у одного накрылся в определенный момент. Я скажу тише. У кого дебаф слить? Так, Миша, если что, трусы поассистил, он дебаф поймал. У кого дебаф спал, приготовьтесь. Прожали, держим. Сошли с платформы. Три ходки Кирогаса подними. Кератка дышится через 40 секунд. Рано. А мы фулл этот? Мы фулл гильда? Да, кроме одного. У кого дебаф слетел, можете приготовиться. Приходки, иди хили, ребят. После отпрыжки приготовились.
прожали, прожали, держим. Отжали. У нас залагал один. Кто, куб? Нет, не куб, дерево. Знаешь, кого он... отлагала? Мне этот бой очень сильно напоминает. Поджались погибель. К стенке поджались все быстрые. Кубисты, потом приготовьтесь. Хорошо, вот сейчас будет идеально. Потом приготовьтесь. Доброта, рейсники, рогас. Луну подстрахуйте. Че, может Геру сдать? Погоди, давай. Прожали, держим. Трусы не прохилили, молодцы. Я встану на трусы. Хорошо, отжали. У нас и Рэм упал. Подними Рэма. Около трусов. Камил, у тебя стрелы еще не кончились, эту хуйню бить. Спасибо, что Рому подняли. Миш, ты на трусах, да? Приготовились аккуратно. Да. Прожали, держим. Отжали. Там дерево не хилит. С платформы сойдите. Короче, нельзя туда подходить. Идите меня послушайте. Миша также на трусах. Если что. Дебаф кого спал, приготовьтесь. Хорошо, после откида приготовьтесь. Прожали, держим. Вот это четко, понял, Дэн? Перед кубом нажимать зеленку и хп не ставят вообще. Сошли с платформы. Можно мочить уже, я думаю, да? Ну, я не знаю. Ну, у вас 20 секунд есть, бейте пока что. Это 100% время, когда он ничего не даст. За 10 секунд убьете? Ну да, пятик остался. Ну все, хорошо. И дракон, и щиты, я ебал, вот этот лут, охуеть. Еще тело половское, ебать. Ладно, погнали. Паладины, рейтрики есть у нас? С одним куском, 3-4. Нету, хорошо. Итог у нас у разбойника. Тебе надо разбойник?
А, у нас же еще самогон. Тебе надо? Мне на ретрика было бы лучше, рольте, конечно, вместо моего тела. Там сначала рольте. Выиграет гильдия тогда. Охуенно я заролил, блядь. На мейн, ребят. Мелинда, роль, если надо. Все, Мелинда, забираешь.